Если вы знаете, то в культуре всех народов были часы с маятником. Они либо висели на стенке, было ку-ку или кукареку, либо были напольные часики. Да? Так вот, то, что исчезли эти часы, оказало очень отрицательное, существенное влияние на развитие психики ребенка и нервной системы. Вот это фоном идущее тик-так, тик-так в течение всего времени, когда ребенок находился в помещении. Вот это тик-так – это само по себе гармонизация работы полушарий мозга. Это естественная гармонизация. Поэтому современным детям с любыми срывами в нервной системе, и в речи, и в нервной системе, и в сенсорной интеграции, я советую вешать или ставить на пол, или вешать напротив кроватки часы, самые дешевые и простые часики, и обращать внимание ребенка время от времени на то, что это тик-так, тик-так, и читать стишки,